Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители моего канала, с вами снова Кромвелл, продолжаем играть с вами в Resident Evil. И я хер знает, куда идти. Честно, хер знает. Обычный замок написано. Может, это он и есть, кстати. У меня как раз потрепанный ключ и обычный замок должны друг другу подходить, я считаю. Я что-то на улице не взял. Там что-то есть. Так, тут где-то есть выход на улицу. Значит, я что-то оставил еще на улице. Вот. Еще мы... Заберем, что мы не забрали. Как это я так пропустил? А тут что? А, это вот такой же, там такой же. Не, я не смогу. Все, нашел. Вот эта ссаная дверь. Мы же ее проходили несколько раз. Видимо, я просто заплутал настолько, что уже просто херово знает. Так, здесь где-то в одном из этих шкафчиков должен быть ID-ключ. Так было написано в документах. Я уже пошерстил, почитал. О, боже. Так. Берем световую гранату. Кроме световой гранаты здесь... А где ID-ключ? Блять! Твою мать, нахуй. Круто. Спенсер, хуенсер. Так, надо было скинуть. Ох, сколько у меня теперь говна. Ключ мне теперь не нужен, кстати. Ну, он уже бесполезен. Хилку пока не будем объединять. Сейчас я выйду, и тут уже ребята будут готовы, да? Кто встанет? Я пробегусь. Чё-чё-чё? Еще пули? Кайф. Так, ну у нас теперь есть ID-карта. И сейчас будет какая-то херобора, я уверен. Сейчас эта тварь вылезет. Мистер Тварь. Ага. Привет. Что это такое? Ёпта. На! Блять! Извини, я сам ударился. О, ты умер? Хорошо, что мне урон не наносят эти гранаты. Повезло мне. Но я думаю, ты не единственный, да, как обычно. Было бы слишком просто, если бы ты один был. Сейчас друзья твои прибегут. Чтобы вам пусто было. Я хочу засейвиться. Ну, гранаты на меня не действуют, это, конечно, очень круто. Так, храним, храним. Одна хилка у нас есть. Чё еще мне не хватает? Эти можно тоже будет сейчас действовать сразу. Чё-то я хотел. Забыл, что хотел. Сейв? Сейв хотел. Наверное. Сейв. Ой, блядь, с ума сойти можно. Так. И теперь надо вспоминать. Где еще были те места, где можно было использовать эту ключ-карту? Я вот не помню, честно. Хоть убей. Сейчас будем ходить по разным местам. Потому что было таких места три, как минимум. Вот здесь было? Да, есть здесь место. Здорово, ребята. Лежите, отдыхайте. Не вставайте. Я вас прошу. Мы с вами уже 100 раз разговаривали, и вы умерли по 3 раза каждый. Так что не надо. На первом этаже еще будет, я помню. Точно. Блять, я же говорил. Это было бы слишком просто, если бы он был один. У меня есть только гранат, у меня больше нет. Дикари какие-то. Так. Быстрый доступ. Можно их только ослеплять. Сколько у меня? 130. В принципе, хватит, наверное. Не хотелось бы с ними драться. Вообще не хотелось бы. Но придется. Лишь бы не сразу... О, привет. Вроде они заперты. Вроде. Только вот мое вроде. К сожалению, только мое вроде. Так. Что такое? Привет. Блин, как приятно пристрелять стало. Просто ты смотри. Вообще кайф. Ни отдачи, ни уводят прицел. Вот там они, походу. Откроем быстрый проход. Или что это? Меня закрыло. По-моему, они в той комнате как раз, да? Шумят. И две двери туда ведет. Можно бы спрыгнуть вниз будет, если что. Если мне совсем туго станет. Тут есть длинный проход. А мы где, получается? Мы же здесь были, да? Да, по-моему. Нет, здесь нормально.
То есть мы прошли. Ладно. Пойдем к ним тогда, наверное, сейчас. У меня только одна хилка, так что надо аккуратнее сейчас будет. Он гуляет. Вот это его дверь, и она прям... Я сейчас открою, прям к нему выйду. И их там двое. Но если их, правда, держать в проходе... Вот, то встали обе. Ой, мимо. Как с пистолетными пулями, на самом деле. Я сначала подумал, что автоматные пули слабее, но нет. Hello. А, вы дверь не можете открывать? Или можете? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, спокойно. Гайс, ну вы чё? Ну дайте открыть-то. Спокойно. Ну, блядь. Ну нахуй. Извини, я выйду, ладно? Не надо. Можешь попробовать, давай. Так, хилиться, не хилиться? Надо на внимание все-таки хилиться. Че? Потусуемся еще? Блять, я вроде первый ударил. Ты тоже уклоняешься? Пошел. Я выйду. Можно? Все-таки они сильные. Я даже с одним разобраться не смог. Или добить его попробовать. У меня две... Просто... Нет, нельзя. Нельзя. Надо хилок больше взять. Надо тупо больше хилок взять. Так, а сейф-зона ближайшая не здесь, ведь далеко она, да? Месть, типа... Да, мне гранаты не хватает сейчас. Ах, собаки. Они там вдвоем так встали неприятно. Все, мне придется их вот по одному. Второй вообще, кстати, чилит. Мне это на руку, что он там чилит. Ай, блин, сейчас бежать туда-сюда. Не скипну. Тут тоже можно открыть двери. Операционная какая-то. Я не знаю, с таким хилом я выживу здесь. Надеюсь, выживу. Этим я не открыл. Лишь бы тут не было никаких тварей. Операционная. Вроде без приколов. Что здесь? Пули есть на пистолет. О, круто. Вот и прогулялся. Ё-ё-ё-ё. Ну все, им пипец. Сейчас где-нибудь засейвлюсь как и дойду до них. Им точно не поздоровится. Вы собираетесь уходить или вы так и будете долбиться в эту бедную дверь? Я бы вам с удовольствием открыл. Ну, я, наверное, к вам еще доберусь до вас сам. Ладно. Но у меня теперь арсенал победы есть. Две гранаты. Можно будет даже сэкономить на пулю. Теперь главное найти вход обратно. Я взял с собой... У меня две гранаты, получается, даже три, четыре гранаты. Надо одну все-таки сложить. Я думаю, мне четыре световые гранаты не нужно. Обычными гренами сейчас их закидаем. Вот так вот сделаем. Пулями их стрелять смысла особого нет. Или есть, или нет, или да, или как. Хер его знает. Короче говоря, так, мы не туда вышли. Сейчас, где они там были... Здесь вот впереди, по-моему. Ага. Так, мы же на четверке они, да, хорошо. Попробуем. Надо аккуратно. Первого можно даже попробовать застрелить все-таки. Потому что я на него достаточно много пулей стратил. А вон второй стоит. Сейчас попробуем. Сразу гранаты или как? Или попробуем сначала пиздюлю ему выписать? Спокойно. Пока нормально. Не сюда. Где ты? Выбег. Оп, выбежал. А шо? На еще. Я боюсь просто гранаты промахнуться. Он стоит неудачно. Если бы я ему дал стан... Быстро, 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 быстро. Оп, вышли. Не, слышишь, это как-то как бесполезно, блядь. На, блядь. Наконец-то. Вот пока гранату не дашь, он не умирает. Вообще ни в какую. А второй там вообще чилит. Бодди, Бобби. Ой,
Видишь, все, только так. Это Биг Мак, блядь. Они по-другому не хотят умирать вообще никак, ни в какую. А этот доктор, похоже. Запись. Вот это мы искали. Видеокассета. Так, и теперь мы берем, значит, это объединяем с этим. У нас есть целая запись. Вот и все. Вот и разобрались. Ящички, к сожалению, закрыты. Я, к сожалению, много пуль потратил. Можно было вообще по минимуму, на самом деле. Но я есть я. 30 мне, правда, вернули. Ну, я там 60 точно, даже больше. Я 3 целых рожка угробил на все это. Обидно. Ладно. Так, ну, получается, все открыли двери, блядь. Ты что, дурак? Иди отсюда, блядь. А, больно, да? Обидно? Да, выпусти, выпусти, выпусти. Оп, зашел. Зашел, пошел в жопу. Так, ладно. Ладно, ладно, блядь. Я не знаю, что с третьим делать. Быстрый доступ поставим. Будем сейчас его оглушать. Дрезать я его точно не смогу. Вот он стоит. Прямо тут. Так. Что, обидно, да? Давай лицо свое. Он может что-то дверь запройти, я думаю. Он опять стоит. Так у него слабое место на лице, но он это лицо скрывает. Повернешься? Тебе типа норм теперь? Попал опять по голове. О, попал еще. Спокойно. Не, не закрывайся. Спокойно. Что, больно? Он какой-то странный. Ха! Если попадать по больному месту, можно и разобраться. Так, ну ладно. Можно, кстати, быстренько спуститься отсюда. Надеюсь, меня больше не будет никто преследовать. 70 пуль у меня, в принципе, есть. О, хер с ним. Так. Сейчас надо вспомнить. Мы уже на первом этаже, получается. Какую нам сторону сейчас идти? Направо. Привет, ребята. Ой, у вас больше. О-о-о! Понятно. Тусовка Пепси вырвалась. Первый. Второе. Мимо. Перезарядка. Лежите оба, отдыхайте. Вы решили мне открыть? Я и не против. Так, надо переходить на пистолет. Я уже много потратил. Кто-то встал. Дамочка, мы же вроде с тобой закончили еще тогда. Пускай стоит. В принципе, мне уже она не нужна. Я реально по три раза каждого скидываю. Слышь? На. В первую очередь я хочу узнать, что эти документы делали у вас в документе. С кем ты разговариваешь? А черт возьми, Натаниэль Берт. Я лучший биолог из тех, что тебе доводилось видеть. Бесполезная дрянь, способная только утки менять. Естественно, у меня есть связи наверху. Естественно, военные консультанты со мной по вопросам консультируются, которые тебе даже не понять. Так что хватит тратить мое время на свои надоедливые вопросы. Прошу прощения, доктор. Ты ведь не читала документы, верно? Нет, они уничтожены. Ой, я случайно прервал, да? Я хотел послушать, ну ладно. Еще 30 пуль. Сколько у меня там? Ну так, нормально. Жить можно. О, а вы доктор? Только не говори, что ты умер. Барт. Барт. Барт мертв. Его застрелили. Черт, а вакцина? Будем смотреть. И ищи лучше. Должен быть компьютер, да? Ты любитель компьютера. Приглашение на банкет. Сразу сердце позволяет пригласить вас на банкет, дорогой доктор Барт. Так. Что там, блядь, звучит?
Отель Централ, второй этаж, будем отчитывать. Да, с уважением, тестер. Сенатор США, ничего себе. На это середине августа я представляю проект, посвященный твоему новому лекарству. Приноси деньги, как обычно, забронировали номер для вечеринки после банкета. Ты ведь брюнет, да? Я дам... Чего? Приписка от руки. Нейт в середине августа представляет проект, посвященный... Как обычно, мы забронировали номер для вечеринки после банкета. Ты ведь брюнет, да? Я дам Айнорнсу узнать. Ах ты! Ты гей, получается, что ли? Или о чем речь? Ну ладно. Не будем вдаваться в подробности. В конце концов, что плохого в этом, правда? Так. Хилок я с собой все-таки много набрал. Но вот его комп. Амбрелловский. Письмо от Нейтана Лобарда. Грег, я знаю, что ты смотришь эти новости. Этот вирус уничтожил всю страну. Мертвые погребут под собой капиталистический холм. Капиталистский холм, подобный цунами. Ты в опасности, но мы всегда были добрыми друзьями, поэтому у меня есть к тебе предложение. У меня в распоряжении есть одна вакцина от вируса. Это священный Грааль. Я храню ее для своей семьи, не для своих... дамочек настроения нет, Грег, я храню ее для тебя, а как никто уверен, что будущее США за тобой, но, Грег, если она тебе нужна, ты должен немедленно вытащить меня отсюда, как только об этом узнает Амбрелла. Замолвил за меня словечко в Пентагоне. Насколько я знаю, ты это можешь. Пусть кто-нибудь пошлет сюда спасательную команду без участия ее. Угу, ты мне, я тебе, для наших сторон это должно звучать вполне разумно. Поторопись, времени мало. Найд. Говорит начальник VRC Нейт Нилбард. 11 часов. На самом деле я знаю, что мое время на исходе. И я надеюсь, что вы успеете записать это, чтобы показать всему миру правду, сказать. И хотя бы слегка восстановить свое доброе имя. Страдания Ракун-Сити начались с утечки биологического оружия под названием Т-вирус. Я работаю на Umbrella Corporation, компанию, создавшую этот вирус. Они приказывают моему отделу разработку вакцину, что мы и сделали. Я держу образцы этой вакцины у себя в офисе, остальной запас хранится под землей. Но эти сволочи в правителе хотят уничтожить ее. Они хотят скрыть от мира, что мы тут натворили. Они уничтожат все свидетельства существования вируса. Но я не дурак. Я знаю, что они не дадут мне. Хм. Umbrella Corporation. Боже, Джилл все это время знала и все равно мне доверяла. Хм. О чем злиться? Оп, дверь открыта. Это я так двери открываю? Нормально. Окей. Это то самое место? О, вакцина! Это она. Образец вакцины. Сюда. Отдать же... Крепись. Так, ты, кстати, неподалеку должна быть. Ти, она у меня. Хорошо, направляюсь к тебе. Будь осторожней. Осторожнее! Ты этот город видел? Если я доберусь сюда целым невредимым, это будет чудо! Так, на пистолет перейдем. Если не будет слишком их много. Ёб твою мать! О, здорово, блядь! Да-да-да. А где у тебя слабое место? Почему я его не вижу? Ну хватит, ну, блядь, у меня место уклонения, я привык к Джилл. Чё, похулиганим? Потанцуем? Да ты задолбал, ты чё так уклоняешься резко? Я могу леща прописать. О, я вижу твое слабое место, а ты мое. На! Пошел. На еще. Блять. Ну, это несправедливо. Ну, сколько можно этих тварей посылать? Я убиваю таких по 5 штук. Можно мне хотя бы продохнуть? Ой, блять, не спрашивайте, как, короче, я это сделал.
Ладно, хп еще нормально оставил. А вот пули вообще нихера не оставил. Я их хз, что делать, короче. А? Привет. А даже я, по-моему, не в ту сторону выхожу. Нам не туда. Нам еще дальше назад. Еще один такой монстр, и я точно ГГ. Ну, типа, все. У меня пуль вообще нету. Я уже не знаю, я буду убегать от всех. От всех, кого только можно убегать. Нам тупо на выход сейчас. Привет. Элла. Не вставайте, ребята. Двое. Ну ладно. Вы меня не особо парите. Так, сюда. Okay, все будет в порядке, Джил. Держи. Лишь бы эта гадость сработала. Ну, доктор-то непростой. Золотой. Должно быть все в порядке. Эй. Боже. Тейрел, что, что-то с ним случилось? Внимание всем горожанам. Сдержать эпидемию, распространяющуюся в городе, невозможно. 1 октября Аркун-Сити решено полностью уничтожить ракетным ударом. Всем жителям, сохранившим способность к рациональному мышлению, рекомендуется немедленно эвакуироваться. Это не учебная тревога. Один день остался. В городе же есть еще люди. Думаешь, дяде Сэму не плевать? Давай, ё мать. А вот и они. Сиди тихо, я справлюсь. У меня пуль нету! У меня пуль нету! Защитите Джилла, копируйте получше. По звукам их там тьма. Я бы сейвился, во-первых. Во-вторых, у меня нету пули. Я не знаю, что я сейчас делать буду. И вообще, дорогие подписчики, давайте увидимся с вами в следующей серии. С вами был Кронул. Всем спасибо, всем удачи, всем пока.